Григорий Остер. Вредные советы. Читает Жанна Фетисова. Если к папе или к маме тетя взрослая пришла и ведет какой-то важный и серьезный разговор, нужно сзади незаметно к ней подкрасться, а потом громко крикнуть прямо в ухо: «Стой! Сдавайся! Руки вверх!» И когда со стула тетя с перепугу упадет и прольет себе на платье чай, компот или кисель, то, наверное, очень громко будет мама хохотать. И, гордясь своим ребенком, папа руку вам пожмет, за плечо возьмет вас папа и куда-то поведет. Там, наверное, очень долго папа будет вас хвалить. Если вы по коридору мчитесь на велосипеде, а навстречу вам из ванной вышел папа погулять, не сворачивайте в кухню. В кухне твердый холодильник. Тормозите лучше в папу. Папа мягкий, он простит. Родился девочкой — терпи подножки и толчки и подставляй косички всем, кто дернуть их не прочь. Зато когда-нибудь потом покажешь кукиш им и скажешь: «Фигушки, за вас я замуж не пойду!» Если вы решили твердо самолет угнать на запад, но не можете придумать, чем пилотов напугать, почитайте им отрывки из сегодняшней газеты, и они в страну любую вместе с вами улетят!